О, да сколько вас, еще один. Готов. А вот и босс второй. Кто он? Кнут. Кнут так кнут. Нет, старается. Что это там? А, ты стреляешь вот этой штукой своей, вонючей. Ой-ой-ой-ой. Все, едем. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей, мы продолжаем играть в наши танки. Давайте выберем Кобру. Кобру. А вообще, я хотел показать, сколько у меня открыто танков. У меня открыт Титан. Мощный танк, я очень люблю Титана. Мы очень много ездим Титаном, убиваем. Потом у меня есть еще Феникс. Очень прикольный танк. Мне, кстати, открылся он недавно. У него броня и пушка как бы. Ну, это у Титана, конечно, больше пушка. Потом баллиста. У меня баллиста тоже интересный такой, прям танк офигенный. Я его хочу все в такой зелененький цвет покрасить. Ну, надеюсь, покрашу. Этого можно такого покрасить или такого красненьким сделать. Ну, красный вообще офигенный. Ну, и лес классный. Ну что ж, поехали. А, нет, я хотел, знаете, с кем поиграть. Сегодня я хочу поиграть вот с Коброй маленький. А потом Феникса, если что, возьму. Да и баллисту можно попробовать. Давайте на маленьком танке поедем. Проверим. Как он тут у меня? Ой, хорошо, смотри, молодец. С одного выстрела он убивает танки. Ну, тоже неплохой. Так, этот у меня гаденыш, смотри, подъехал как близко, а? На тебе, есть. Хорошо, маленький танк, да удаленький, мал да удал. На, получи. Подъем нет, зарабатываем все лучше. Вообще идея такая у меня, еще денег подзаработать и... купить новую карту. Ну там новая карта или 4 или 5 тысяч стоит, надо посмотреть будет. Тут достаточно немного денег надо. Ладно. Можно, конечно, пооткрывать сундучки. И, возможно, в сундучках будет монет. Ух ты, нифига, как я быстро дошел до босса. Вот такой вот босс. С маленьким будет, да? На, получай. Ух ты. Ух ты, тихо. На, еще. Зафигачили мы босса, ребятушки, неплохо. Давайте подлечимся, кстати, сразу. О, на маленьком танке мы едем, всех фигачим. Где это вообще было бы такое, кому расскажи. Так, вот этого надо как-нибудь. А вот здесь сложно, да. Вот здесь с этим сложно. Давайте используем ракетки. О, ну хотя бы два танка мы уничтожили, а не один. Так, а ну-ка. О! На, получай. Так, тебе не хватило, да, дружище? На, еще. О, в этом прям я в гусеницу попал. О, вот этот большой, смотри, какой. Ну, его надо прям поближе сейчас щелкать. На, еще. Готов. Так, а этого мы сейчас будем отсюда расстрелять. Есть, готов. Вот так вот, ребятки. Ну, а... тебя попрошу поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Так, а ну-ка, и нажать на колокольчик можно даже. А ну-ка, дайте, ребят. Ой, сколько вас много. Жалко, у меня это, артиллерии нет. Нет, надо отъезжать отсюда. Отсюда надо лучше отъехать. Есть. Так, вот этого чувака, чувак, есть. И сейчас мы по одному их выцепим. Выцепим по одному. Уничтожим. Так, видишь, смотри, куда встал. Давай, я знаю, что ты можешь подъехать ближе. Ну, уже не можешь, конечно, ну, ладно. Так, тихо. Так, ну, хотя бы мы того уничтожим. А, ты мне будешь через холм стрелять, что ли? Алло. Тихо. Вот, да, сам себя подзорви, слушай. Во-во-во-во. На, есть, готов. Отлично. Так, попал я в кого-то, нет? Нет, просто стреляю. Но он достаточно-таки маневренный. Такой достаточно быстрый там, прикольненький. Мне нравится. Тихо, тихо, опять вас тут куча, а, собралось. На, получай. Уже какие-то колеса летают. Кто там такой шустрый, а? Надо вот этих маленьких уничтожить сначала. А потом разобраться с этим стреляющим. Прям хитрец какой-то.
О, а всех уничтожили. Хорошо, хорошо. О, да сколько вас, еще один. Готов. А вот и босс второй. Кто он там? Кнут. Кнут так, кнут. Нет, коронится. Что это там? А, ты стреляешь вот этой штукой своей вонючей. Ой-ой-ой-ой. Все, едем. Берем, подлечимся сейчас. И отправляемся дальше. На маленьком танке, ребята. Мы все фигарим. На! Еще смотри, да? Хитрый. На, получи. Так, 279 монет. Ну, не особо и много, как бы. Так, тихо. Что, какой-то... Так, смотри, бешеный. Бешеный танк. На, получай, отдыхай. Так, а вам я эти штучки сейчас пущу. Ребята, подарки. Вам нужны были подарки или нет? Так, стреляешь, ребят. Как его теперь выманить оттуда? Тихо. Опа, подбили. Хорошо. Хорошо, что здесь есть такая вот боевая волна, так сказать, звуковая или физическая волна, что уничтожает эти танки. Ух ты. Тихо. Давай подъедем. Вот здесь вот как раз вот хорошенечко встанем. О, попадаем. Есть. Вот они, малыши, все идут сюда. Вот этот большой здоровяк даже сюда подъехал. Чё, никого нету? А, то там еще куча. О, ребята, не надо. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет. Так, ну а до сюда мы, наверное, всегда застреляем туда. О, попал. А, сейчас начнем стрелять. Да. Чё ж делать-то, а? Давай попробуй отсюда, давай. Нет, не попал. Тоже нет. О, попал. Значит, будем отсюда стрелять. Попал. Не попал. Попал. Опять не попал. Так, не попадаем. Да, почему-то перестал попадать. Тут отчетливо слышен звук металла. Так, ребятушки, ну что ж, ладно, иду на верную смерть, наверное. Приходится, да? Потому что вас никак отсюда вы не выбить. А, кто взорвался, смотри, не взорвались. А мне дают что-нибудь? Нет? Вот когда они взрываются, в этот момент. Ага, раз, два, три, четыре, пять танков. И шестой еще взорвался. Хорошо. Давайте, знаешь, что сделаем? Классический, и попробуем атака в пустыне. А до 7000 насобирать, и пушить луны будет. А патруль джунглей — это такая достаточно сложная игра. Лучше, конечно же, я открою пушитель луны, ребята. 7000 монет надо собирать. Ох, да, 7000 монет — это немало. Угу. Но в принципе, я думаю, за недельку мы насобираем 7000 монет. Если в пустыне постоянно играть, здесь сам больше денег дают за сбитые танки. А 3 монеты. Я считаю, это достаточно много. На, смотри, 2 патрона прям в один удар сошлись. Так, а этого я не знаю, уничтожил или нет. О, нет, не попал. Да, они отлетают, они улетают далеко. Ладно, придется сейчас подъехать. Поближе. О, тяжело. Это тоже едет, видишь? Сейчас он начнет назад, по идее, катиться. О, танк. О, это не танк, господи, а как он называется? Вертолетчик. Вертолетчик появился. Давайте я разберусь с вертолетчиком сразу. На, получай, ребят. Слабак. Подняться не можешь? Только мешаешь мне. Так, здесь будут еще эти ребята. Вертолеты, я думаю. А может, нет? На, получи. Пойди, должен быть вертолетчик. Ну нет никого, ладно, едем дальше. Ух ты, на, давай. Кто кого? В землю будем стрелять. Как хочешь. Ну, вертолеты. Так, здесь я вертолеты не достану. Так, идет этот маленький. Бомбардировщик. О, дружище. На, получай, отдыхай.
О, вот это, о, вот этот сильный, вот этот прям надо этого прям на абордаж дать. Нифига я на него прям сел. Вертолетчик, конец ада, ребята. Это наш, у нас босс. Так, а мне нужно найти какой-нибудь клоун. Давайте отправимся быстрее, быстрее, быстрее. Надо успеть найти какой-то подъем. Ну хотя бы вот это. Ну это тоже не очень удобный. Да, не очень удобный. Сейчас он подлетит. Да, не очень, не очень удобный. Его здесь щелкать. Ну попробуем. Есть. Уничтожим. Отлично. Забираем ремкомплект. И отправляемся дальше. На нашем маленьком танке. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. На, получай, отдыхай. Так, с этими. Разберемся сейчас с маленькими. Они, в принципе, не сложные. Так, вертолетчик. На, есть, готов, пойдем вертолетчик. Едем дальше. Монетки собираем. На. Так, на, держи. И ты тоже на, держи подарок. Так, вас тут двое, что ли? На одного? Еще два вертолетчика? Офигеть. На, получать. Давайте этот, поддержку. Огонь с воздуха. Поддержку с воздуха возьму. Есть, хорошо. Едем, едем дальше. На. Ах, ты такой сильный, что ли? О, тут их, ребята, много. Вот здесь бы помощь бы. Вот здесь бы поддержку мне. С воздуха бы иметь, а? Ну, кончилась поддержка с воздуха. Так, вертолет не уезжает. На тебе подарок. Вот еще один танк. А, быстро мы его уничтожим. На, давай, 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 подожди. Да ё-моё, не стреляй, алё. Да что ты будешь делать, а? Ладно. Сейчас я к тебе приду в гости. Да ё-моё. Тихо, тихо. На. Уничтожили. Так, следующий босс у нас на танке. Легион. Да, интересно. Интересно, интересно. Я здесь сейчас стану. А, он сейчас будет вот этими стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо, нехорошо. Нехороший танк. Давайте, сейчас нахлобучу. Тихо, не переверни меня, смотри, а. Так, надо назад бежать. Это фигня все. Так, я его сейчас уничтожу. На, есть. Все, ремкомплект. Это уже, это был первый или второй, я не помню, босс. Не помню. Ох ты, там, есть, есть, есть. Так, уничтожили. Так, опа, мимо. Давай, вот этих тогда будем фигачить. На, получай, еще. Вот и че, а? На. Так, давай, огневая поддержка с воздуха. О, хорошо, хорошо. Да, ух ты, прям меня сейчас, смотри. Есть. Вот еще один танк. Куча танков есть. Так, монетки, монетки, ребята, дайте мне монеток, а, пожалуйста. О, да сколько вас тут, а? Я хочу монетки свои забрать. Да, не все монетки мы забрали, ребятушки. Ну, было очень, я быстро старался, очень быстро ехать. И уничтожать танки, вы сами видели. Вот так вот. Прикольно. Ну что ж, я... Будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вы досмотрели до конца. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте наберем 10 тысяч лайков. И обязательно подпишись на канал. И смотри почаще ролики на канале Duda Play. Заходи почаще в гости. Давай дружить. Передавай приветы. Всем спасибо. Пока-пока.